Ну чё, Лисица Ивановна, чё мы будем сегодня делать? Ну, как обычно, клизму поставим, там отрежем, тут пришьём. Ну, нифига себе, слушайте, а давайте после работы мы это... Ну-ка, стоямба. Стоямба, стоямба, да. Вот вы, зрители, прямо сейчас поставьте лайк, и тогда Евген замутит с доктором, да. И знаете, если вы сейчас прям поставите лайк, тогда вы всегда будете рады, когда пойдете в больницу. Да, доктора никогда вам не сделают больно. Да, если вы сейчас поставите лайк, то доктора никогда вам не сделают больно. Они будут милые и красивые, да. А еще если подпишитесь на канал, прямо сейчас нажмете на кнопочку «Подписаться». И нажмете на колокольчик рядом. Да, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите хэштег «больница». Да, пишите хэштег «больница». Так, ну-ка. Пойдем. Ну ладно, пойдемте. А вы потом халат снимете? Я тебе сейчас сниму. Ладно, телефон убери, фотографируй, тут запрещено. Да, ну ладно, все, пойдемте. Так. Так, тут у нас сидит старый дедок. Ну, следит, типа, чтобы никто не ходил там лишний. Типа охранник. Эй, не трогай его. Ладно. Так, а здесь что? А что, а от этого как зовут сотрудника? Это просто, типа, охранник тут стоит, чтобы это, если кто посторонний зашел, он в окно его выкидывает. Нормально, нормально. А вы это уже давно, да, работаете в отделении? Да, пойдем. Лисица Ивановна, а давайте мы кому-нибудь руку отрежем? Нет, так, подожди, стой. А чё у него тут нога криво? Надо что-то с этим сделать. Что-то сделать. Точно, я придумала, гениально. Отпилить к чертям! Нифига себе! Лисица Ивановна, а так можно, что ли? Немножко, а этот чё? А смотрите, а по-моему, знаете, ему Ему тут это, увеличивали, размер там того. А может не увеличили? Слушайте, а давайте мы вот эту штуку вставим, смотрите. Лисица Ивановна, вот эту. Нет, не надо. Ну можно вот эту подлиннее, смотрите. Нет, ему и так больно, ему там делали, надо ему укол вернуть. Укол? Надо. А вот у меня есть, так. Ничего, а мне зачем? Так, все, я сама сделаю, не трогай, пошли отсюда. Так, всё, ну все, пойдемте. Потом зайдем, что проверим. А чё у вас здесь тут поганка растет? Лисица Ивановна. Ну, понимаешь, у нас просто это государственная больница, деньги не платят, все деньги там, ну, наверху крутятся. Лисица Ивановна, а у вас вот такая пиписька тоже есть? Нет, у меня такого нет. Не, ну в смысле, да. это как клизма. Что там? Не трогай ничего. Обратно, тут люди на органы идут. Чего? Какие органы? Пойдем. Так. А куда мы сейчас идем? А вот этого как зовут, чтоб я знал, чтоб познакомился я с ним? Григорий. Лепс? Нет, просто Григорий. Ну ладно, Григорий. Ого, так, фотоохот начинается, так. Тут у нас тут врач, так, ну-ка. Ну а что она так разлеглась-то? Телефон убираем, фотографировать запрещено. Я могу без телефона. Мадам, вы в сознании? Ноги, пожалуйста, вместе как-нибудь сдвиньте, люди ходят. Ну не стой ты на дне, отойди. Ну ладно. Сначала. А я ей вот эту штуку подарить хочу. Не надо. Ну ладно. Нет. Ну не надо, так не надо. Так, а это что тут у нас лежит? А эту, видимо, уже все закончили с ней. Операция. Нет, тут надо немножко это... Чтобы ей полегче стало. Ого! Хащи-макася! Кия! Нифига себе. Тут даже вот этот Валера обалдел. Смотри, на тебя зырит. Лишнего немножко убрала и там почекала, думаю, никто ничего не заметит. Угу. В смысле, у ней пальца нет на ноге теперь? Ты что, обалдела, что ли? Ходи. Так, а тут у нас... Это вип-палата, смотри. Какая палата просто? Нифига, фрукты, так, ну-ка. Фрукты не ешь, это мое. Да они не настоящие, они вообще пластмассовые. Вообще-то это у нас самая элитная палата.
Да, его самая отстойная палата, я вообще... Чтобы попасть в эту палату, нужно заплатить миллион. Понимаешь? Миллион. Тут денег таких нет, чтобы тут быть. Ну ёпарасы ты. Да, вот так вот, как дальше. А вот эконом-класс. Только что мы побывали, где палата стоит миллион, а это всего лишь 100 тысяч. Ну нифига себе. Ты шо? 100 тысяч, ты чё, обалдел, это и то дорого. Чё тут всё засрано, всё вон засрано. Ну тут смотри, поесть захотел, хоп, поганку сорвал, пожрал, нормас. Так в смысле, а потом от неё плющить? Немножко паутину он там убрал, там чё-то немножко плесть, ну всё чистенько. О, лисица Ивановна, лисица Ивановна. А чё это такое? Вот это. Где? Вот это, вот. Позвоночник. В смысле позвоночника? По-моему, это. Это был позвоночник. Не-не-не-не-не, лисица Ивановна, смотрите, это не позвоночник, это, по-моему, что-то другое. Позвоночник это. Ну ладно, позвоночник для позвоночник. А по-моему, это пиписька. Хочешь, я тебе покажу интересную штучку-дрючку? Вот такую? Нет, бери. Ладно, ладно, а какую давайте? Загадочная история ходит про эти штучки-дрючки. Это два сердца влюбленных. Ого! Это чё? Ну-ка, ну-ка. Ну просто, понимаешь, к нам привезли недавно парочку. Они вместе ехали на машине и разбились. И последними их словами было это вырезать им сердце и просто закремировать их отдельно. Два сердца. Ну вот мы их вырезали. Думаем съесть. Нифига, у меня аж мурашки прошли, короче. Ну нафиг. Да, смотри, какие классные. Хочешь потрогать? Хочу. Сейчас. Держи. Ну-ка, сейчас. Ого, они даже липкие такие, фу. Да. Вот, наверное, сегодня на ужин пожарим. Нифига себе, ты что, сердцами питаешься? Ну, не. Нет, так, нет. А тут у нас... Ого, тут нифига себе. Ой, ну тут это, случайно, видать, его это, неудачно оперировали, что-то. Ёпарасоте. А вот здесь опять вот такая штучка, смотрите, вот. Где? Кажется. Ну вот же, вот. Где? Вот. Не вижу. А я вижу. А смотрите, это, смотрите, это череп тех, кто снимает. Кого снимает? Никого не снимает. Так, ладно. Спиннеры, ролики про спиннеры. Блин, тут, понимаешь, воняет, чувствуешь запах, вот, давно не убирали, просто видишь, уже неудачный опыт был, он уже... О, потерял. Смотрите, опять, пиписька вон. Нет, тебе кажется просто, у тебя галлюцинации, позвоночники, видишь, все позвоночники, ребра и так далее. Ну ладно, ладно. А это лисица так, Ивановна. Всё. Лисица Ивановна, смотрите тут, слышите? Да, Нарк, не нажимай, так, ну-ка, сейчас кого-нибудь еще вызови, уж так, все, уходим, смотри, уходим. Смотри, там умирает кто-то, вон. Уходим, быстрее. Ничего нет. Да вон, кто-то умер. Там никого нет, там так уж ты сдох. Ну ладно. Так, сейчас мне нужно сюда зайти, ты постой за дверью. Так, ну-ка. Мне нужно тут кое-что сделать. Вот этой штукой? Нет, подожди. Не, ну если хотите, вот, держите, все. Нет, я тебе пока вот. На, подержать. Иди укол кому-нибудь поставь. Ну. Закройся. Не заходи 5 минут, подожди. Ну ладно. Так. Так. Так, ну-ка, вышел отсюда! Ого, нифига себе! Быстро вышел! Лисица Ивановна, нифига вы красивая! А ты давайте вот так быть по больнице что ли, ходить! Офигел? А давайте нет. Вот... А чё? Вышел! Ну, нифига вы вообще... Ну ладно, сейчас. Нифига вы красивая! Лисица... Я отец не дает, ужас-то какой! Ого, нифига, так. Лисица Ивановна. А вы что, домой так собрались, всё. Что ли? Да, у меня рабочий день закончился, смена. Так, все. А я вас голую видел. Да, я понимаю это, поэтому... Хочу тебе показать кое-что. Чё показать? Вид из окна? Нет. Ну, почти. Почти? Так, да. Так. Давай сыграем в игру. Какую? В смысле, какую игру?
Куда собрался? Ты меня сейчас убьешь. Тихо. Давай с тобой сыграем в игру. Не знаю. А что за игра? Суть игры заключается в том... Подожди, стой, для начала... Так, куда телефон? Ты должен был его... Ты совсем, что ли, офигел? Чё такое? Всё, понятно. Это был косяк. Это был такой косяк. Так, подожди, уберём свидетель. Ладно, отвернись. Отвернись, Кала. Сюда, смотри за больными. Видишь, он плохо. Ладно, смотри. Угу. Да. Сейчас уберём всё лишнее. На полу, чтобы не видно. Нифига себе. Лисица Ивановна, вы чё, маньячка, что ли? Нет, убирай лишнее, излишки всего. Я вон туда выкину. Так вот, так. Сыграем с тобой в игру. Игра заключается в том, насколько хорошо ты умеешь летать. В смысле? Ай, ты меня сейчас убьёшь, меня... Умеешь ты летать? Ну нет, я же не Супермен. А давай проверим. Так, значит, говоришь, видео у меня голое, да? Ну да, там. Смотри, там птички вон летают. Где? Нифига! Упс. Лисица Ивановна! Надеюсь, никто не заметил. Ла-л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 а-